А сегодня мы будем ехать, девчули, у нас сегодня опять мотосвидание, прокатимся и поделимся общими впечатлениями. Нас уже девчуля ждет. Взяли такой шлем. Укомплектованный, готовы ехать. Я хочу попробовать новые новшества, то есть увидите другое разрешение. Скажите мне, когда лучше в полноформатном или в режиме кинотеатра. Оно сейчас покажет, понялась и нет, как сидеть. Пока садись. То есть встаешь на подножку левой ногой, ну, правую перекидываешь и садишься. О. Это в визор можешь опустить вот эту штуку. Так. Чтоб холодно тебе не было. Ну да, и по комфорту там смотри. То есть как будет легче. Хотя бы можешь там одной или там двумя как-то упираться, но вот так упирайся. Снова опять это негодование на пешеходов. Либо станет посредине уже зебры, стоит, либо уже иди, я не знаю, вообще по правилам должен подойти, убедиться, посмотрел налево-направо, нету никого, пошел. Нет, зачем создавать аварийную обстановку? Это вообще капец какой-то. Сейчас будем тестить новый режим. Напишите в комментариях, лучше как сейчас или вот как будет. Под водой глубоко я сижу не... Слабо это, надо прижать легче. Упираешься в меня ногами, как бы меня держишь, а ну и тут тареешь, а? А? We'll be right back.
большие пробки, спереди едут менты. Нам нужно будет сейчас сделать обгон. Посмотрим на их реакцию. Глубоко, я это знаю. Сколько времени осталось? 4:20. Не, времени, сколько тебе осталось? До скольки? До 5 максимум. Давай сначала тебе доступ дадим, кислород. Что у нас здесь? Это мне? Кто это посмел? Может, все-таки чаю? Алло? Нет. Чай, кофе, ты капучино, что, попить, городе, поесть. Да, в городе. А что это ты к нам носишь? А тебе скажи, тебе захочется. Можешь его сюда поставить. Не хочет. Ебать, я не успел проснуться, ты уже, блядь, приперся. Ты хоть спал, блядь? Я, да. Ну, ты же, наверное, с ночной. Так что, может, все-таки что-то... После двух. Точно, я хочу чай лично попить, руки хоть погреть. Ты не составишь компанию? Нет, я могу просто воды. Какой? Можно обычно, только не газированную. Угу. Что, ты знакомый голос твоей подруги, блядь? Не знаю. Может, знаешь, может, нет. А. Не знаю, я ехал, он как раз на заправку. Ой, на заправку, с учебы, наверное, ехал. Понятно. Так, а ты на работе записываешь? Ну, да. Ты как, успешен? Ну, успешно. Успешно. Я понял. Ну, набираешь. Доброго, давай. Скажи всем привет. Я ничего не понимаю, уже третье сообщение, я не могу ничего понять, что ты мне рассказываешь. Что Ребята, дайте знать в комментариях, как все-таки лучше, когда вот в полноформатном режиме, либо в режиме, скажем, кинотеатра 2:1 разрешение, кто знает. Это для меня важно, как я буду снимать, то есть ваше мнение учитывается, вам смотреть все-таки, мне снимать, дело такое. По поводу девчонки, очень классно сидела, как для первого раза, вообще просто на отлично, можно сказать, очень комфортно с ней ездить.
И вообще, в целом, ребята, не забывайте за конкурсы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Каждую 1000 подписчиков будем разыгрывать что-то. И главный приз на 10 000 подписчиков разыгрываем мотоцикл.